Сегодня нужно обозначить более четко маршруты, то есть нужно сделать вешки для того, чтобы люди, даже если будет не погода, могли по этим вешкам сориентироваться и выйти из, скажем, белой пустыни. Мы договорились о том, что нужно сегодня придумать единый контактный номер. Это может быть один номер, который мог бы объединить и перевести сегодня необходимые эти звонки в необходимую точку, где вас бы приняли. Приняли бы вашу информацию, вас зарегистрировали, понимали, где вы будете находиться в определенный период времени, и при необходимости могли бы даже проверить, вернулись вы с маршрута, не вернулись вы с маршрута. И основная, наверное, цель – это все-таки еще раз обратить внимание туристических организаций на то, что пропаганду и вот работу с туристами, информирование туристов нужно проводить заблаговременно для того, чтобы люди не попадали в такие тяжелые ситуации. Самое ценное, что у вас есть, это ваша жизнь. Я призываю всех, уходя на какие-то маршруты, какие-то путешествия, в зимнюю сказку, сделайте простой шаг. Зарегистрируйтесь при выходе на маршрут, возьмите с собой обязательно средства связи, возьмите с собой теплую одежду и постарайтесь, чтобы ваш маршрут был предсказуем, чтобы ваш маршрут был безопасен.